Вижу типа. В тачку садится. Он здесь потом фатился, по-моему. А, там один АФКшник. Один АФКшник. Водила АФКшник. Хорош. Смотрите. А водила АФКшит. Да ладно. Водила. Едут типы. Смотрите. Хорош. И здесь нет. Да, ебой. Ну давай, пацаны, по одному. Залетай на ангар. Лучший. Лучший. Кто здесь еще? А, это бинты. Я подумал, что это патроны пятерки. У меня почему-то яркость экрана так упала, блин. Сейчас сделаю ярче чуть-чуть. Поехали. Да ладно, он так и стоит, я думал, он спрыгнул. Это вот. Да паркурся ты! Ё-моё! Вы серьезно? А где еще один? Куча ботов, куча типов, ни хера не пойму. Добью отсюда. ДБСом вряд ли. Бинтуюсь. Вот это пятиминутка. Хорош. Но тут, по-моему, был еще один чел. Хотя, возможно, он был лоу хпшный, и бот его нокнул. А я добил. Вон тип бегает, вижу. Ну, хз, короче, давайте попытаемся подлутать ботов. Буст есть. Вместо ДБСа возьмем миник. Супер. Вот это каточка. Вот это, я же говорю, ребят, если вас начинает бомбить от той катки, которую вы слили, возможно, просто запускаете новую. И все на самом деле становится еще хуже. Ну, возьми компенс. Что только что произошло? Как я так отлетел? Ай, понятно. Пинг 20 постоянно. Если что. Ой, еще один килл где-то дотек. Хорош. Патронов, конечно, тоже... Всех убить хватит. Ой-ой-ой-ой, теперь точно хватит. Бежим искать типов. Привет! Спасибо. И там, ребят, на этом. На вызывалке только что бота вальнули, я видел. Троечка даже была. Ничего себе, вот это подлутался для меня. И сзади бот, по-моему. Топ, пока меня все устраивает. Катка началась как нельзя лучше. Я же надеюсь, это бот. Да. Ну все, можно ехать на вызывалку. Там типы точно есть. Точно. Хотя, возможно, пока я добегу, они спетляют, но... Попытка не пытка. Ребят, смотрите, кто там ползает. Опачки. Ничего себе, что за животное. Вот это да. Куда же он полз?
Я ж знал, что здесь тип где-то. Контролил, контролил. Нигде нет. А он, оказывается, травку кушал. Поехали дальше в зону, друзья. Вижу типа. В тачку садится. Он здесь потом фатился, по-моему. А, там один АФКшник. Один АФКшник. Водила АФКшник. Хорош. Смотрите. А водила АФКшник. Да ладно. Водила. Едут типы. Смотрите. Хорош, водила. Вот это да. Такого я еще не видел. Так тачка еще и котится. Драйв-бай есть. Да ладно, он сейчас еще и своего нокнет. Надо мне отползать потихоньку. Так. Есть дым? Ой-ой-ой-ой, тут лут. А дым есть? Дым есть. Топ. Да-да-да, до встречи. Вот здесь примерно. Потому что сейчас еще убьет зона. А где он был? За каким кустом? Ничего себе, я не думал, что он так зашмет. А, вижу. Вижу, вижу его. Пускай еще раз по тачке постреляет и на этом все закончится. Хотя я мог высадить его, когда ехал с его товарищем. Вот это было бы круто вообще. Ну, чел. Все? Пульки закончились? Тоже будет уезжать? Ага. В погоню, в погоню, в погоню. Значит, у него нет бинтов и аптек. Пока я его уже не вижу. По-любому где-то здесь. Потерял. Вот блин. Эх, ладно. Ну ничего, я думаю, что встретимся. Возможно, он сейчас еще раз тех типов подымет. Будет еще больше киллов. А возможно, мы и встретимся сейчас с ним здесь, на краю зоны. Зона круглая, на углу встретимся. Слышу. Ой-ой-ой, тут хороший файт. Прям элитный. Ага, а, тут дроп. Война за дроп. Вижу на дропе, типа. Сорян, Артур. Эти поляны я так не люблю. Не дохавал. Дохавал. Артур, еще раз сорян. Не хочу там, ребят, там 100% в каждом кустике есть тип. Поэтому лучше спетлять. Одного отхавали, нормально. Пускай едут. Бенза нет, там есть моцик сзади, по-моему. Там есть моцик. Ребят, так как под прошлым open кейсом костюма сладкий ананасик мы насобирали нужное количество лайков, как и обещал, открываю второй раз. Пытаюсь выбить второй раз. Ребят, докинул еще на 4 прокрута 2200 UC. В тот раз потратил 2.
В этот раз 9200. Ну, типа, 4500-5000 это очень много за тот костюм, потому что он продавался, ребята, поправили меня, за 1800 UC фуловый сет. Вот этот вот фуловый сет полностью продавался за 1800. А здесь у нас непонятно, что выпадет, и выпадет ли вообще вот этот вот халат. Поэтому просили, продолжаем. Ну, тут можно сразу с пропуском, потому что что здесь смотреть? Как выпадает временный? Да, два временных. И открываем. Я уверен, что не выпадет. Прям на 100%. Все писали, что это скам. Тратили и 10, и 15 тысяч. И он не выпадал. Ой-ой-ой, костюм Красная Панда. Спасибо за костюм Красная Панда. Хотя бы что-то. Если за этот прокрут мы еще и получим сладкий ананасик. Надежда все-таки есть, но... Волосы, к сожалению. К сожалению, только волосы. И поехали еще. То давайте еще раз сразу. Временный. РПРху качнул. Открываем. Бред. Бред. Не, ребят, я больше сюда донатить не буду. Хотел сказать, что еще когда-то загину, но нет. Мне и этого костюма вот предостаточно полевого командира. От себя скажу, что да, я тоже считаю, что это скам полнейший. Оно того не стоит, поверьте мне. Зато у нас есть 8 билетов. Возможно, я заберу отсюда вот этот костюмчик. А ну-ка. 5 раз. 5%. Понятно, что тут только костюм будет 5. Вот бы вальнуло. Сколько максимум? Сотка, да? Есть сотка. Угу. Не везет мне нигде. Ни там, ни здесь. 5. Ну, дай сотку. Хотя бы 10. Сколько процентов? 30 получается. А, 40? Ничего себе. Так я этот костюмчик добью. Он неплохой. Сколько дало? 5. Да по 5 оно всегда будет давать. И к бабке не ходи. Ну, 5 и последний раз. Напишите в комментах, как вам, кстати, этот костюм. Ну, короче, как видите, ребят, вот так вот я выбивал второй раз, как и обещал. Костюм сладкий ананасик, он мне не выпал. Ой-ой-ой, слышу, слышу. Ого, там тачка стоит, смотрите как. А типы тоже там? Не, около тачки я не видел. Давайте занимать уже позицию какую-то сверху, я думаю. Самый оптимальный вариант. Потому что типов еще очень много. А я один. Быстро бустанусь. И в бой. Так, эти вызывалки закрыты уже. Но весь файт там. Но не исключаю, что сзади тоже кто-то может зайти. А, вижу, вижу, типа. Да ладно, ну как так, Виталик? Ну как так плохо? Надо подходить. Хотя зачем? А, там целый движ. Ух, там я видел. Там из гриба в меня смотрят, контролят уже со снайперки. Надо было сразу достреливать они. Играться. Так, ну им надо выходить. Возможно, решатся запушить меня. Ой! Вы видели, сколько их там? Един под баги. По-моему. Не застрелял опять. Да ладно, одной пульки не хватило. Ёптель-моптель. Заднее колесо надо бить. А патронов у меня сколько? Виталик, Виталик. М-да. Не, лучше там и оставаться. Хоть они и видят мою позицию, но лучше здесь и оставаться. Ой-ой-ой, тяжело мне будет, конечно. 49 патронов. Надеюсь, авика у них нет. Или они поскакали уже?
Так кто там поскакал? Тупят. Ладно, давайте поставлю на юмп тройку. Сейчас от зоны откиснут. Дайте мне все свои киллы, ребят. Ну, сейчас начнут бежать от зонки. Надеюсь. Три. Ну, юмп, конечно, не эмка. Перезарядка. Зона. Да, да. Давай, щеми их. Щеми их. Вот это типы. Вот это типы. Ё-моё, а я сейчас умру от зоны. Да? А-а-а. Да. Да, блин, что ж такое? Почему от меня так не везёт? Завтыкал, это жадность, ребят. Это жадность.